Ребят, приветствую. Значит, сегодня покажу, как реально увеличить звук на любом смартфоне. Буду показывать на Xiaomi, там пишите в комментарии, какая у вас модель. Буду показывать, может, какие-то другие способы. Для этого способа нужно зайти в настройки телефона, дальше найти такой пункт, который называется у нас звуки и вибрация. И в самом низу почти у нас будут звуковые эффекты. Вот этот пункт. Заходим в звуковые эффекты. И здесь вот такая вот настройка. Стоит режим умный. Но мы-то знаем, что нам нужно поставить голос. При этом в голосе реально звук увеличится в два раза. Не верите? Проверяйте. Кстати, еще бонус плюс. Когда вы подключите наушники, у вас вот эти вот настройки будут реально рабочие. Вы сможете регулировку сделать звука под наушники, также воспользоваться эквалайзером, выставить частоты меньше, больше и регулировку громкости. Пробуйте и рассказывайте своим друзьям. Ну а больше вот таких вот фишек полезных вы сможете найти непосредственно на моем канале, который называется AndroHacker. На нем уже 63 тысячи подписчиков. Подписывайся и вы, и поддерживай его лайком. Всем пока!